Старший преподаватель Кокшетауского университета имени Шукана Уалиханова Марат Утигенов отмечает, что на каждого члена общества возлагается ответственность за переход к изменениям. Молодежь особенно мотивирована на формирование справедливого общества. На сегодняшний день накопилось много проблем. Надо выходить с конкретными предложениями. Необходимо укрепить связи между государственными и общественными организациями. Необходимо проанализировать мнения, предложения молодежи и донести их к государственным учреждениям. Наша главная ответственность – создание справедливого Казахстана. Идея справедливого Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева не только в одном направлении. У этого также есть идеологическая сторона. Проводятся дискуссии на такие темы, как язык, традиции и обычаи. Новый Казахстан – это действительно справедливый Казахстан. Участники совещания остановились на задачах, поставленных в послании президента. Они касаются актуальных вопросов социально-экономического развития страны и повышения благосостояния населения. Бек Калиева, Салтанат Бейсенова, Павел Соловьев, Кокши Ахпарат.